Всем привет, я Вика Хорс, и вы попали на мой новый видос. И сегодня мы снимаем такое видео, как породный обзор. В этом выпуске мы посмотрим всех моих лошадей липецианской породы. И это уже 9-й выпуск породного обзора. Давайте начнем. Погнали! Итак, вот это первая наша лошадь породы Камарго. Это кобыла, ее зовут Роуз. Да, у нее такие вот классные ушки, нагавки. Она серомасти, ей у нас КСК 7 лет. Ее специализация канкур. Хозяйка ее, у нее точнее нет хозяйки. Она сделана очень красиво, ни для кого не секрет, что это китайская лошадь. То есть она не от фирмы Шляйх. И она ко мне пришла из Китая. Это пародия под фирму Шляйх. Единственный минус, который у нее есть, это вот тут вот. Где фокус, господи. Не знаю, будет ли вам видно или нет. Вот, дырочка есть, вот видите. И это не очень хорошо, потому что у всех лошадей, которые я заказывала из Китая, она есть. Это вот такая вот кобыла Камарго. Ребят, пожалуйста, не надо бомбить мне в комментариях, что это не кобыла, это жеребец. Я это знаю. Мне просто показалось, что это кобыла, я решила сделать его кобылой. Пожалуйста, не бомбите мне в комментариях, что это жеребец. Я об этом знаю. Ее зовут Роника, она у нас также породы Камарго. Это уже лошадь была куплена в России. Она от фирмы Шляйх, очень красивая кобыла. Жеребец, он мне очень нравится. Грива такая классная, хвост. Ее хозяйка Настя. Ну, она то и по конкуру, и по выездке хороша. В общем, такая вот тоже очень красивая кобыла, такая няшная, милая. Это еще одна вот такая вот кобыла Камарго, ее зовут Азалия. Она как будто поднимается в гору, и у ее ушки прижаты, она такая серая в гречку, скажем так. У нее такая коричневая грива, коричневый хвост. Она очень красивая кобыла, мне очень нравится с ней, круто снимать какие-нибудь вот такие сцены. Как будто она куда-то забирается. Она была куплена в России, ей 8 лет. Она от фирмы Шляйх, очень красивая кобыла. Была семья, то есть Азали у нас уже из семьи. Это вот такой вот жеребец, его зовут Артизиана, он серой масти, его специализация конкур, он клубный конь, то есть у него нету хозяйки, его специализация конкур, как я уже говорила, ему у нас 10 лет, он очень красивый, с ним тоже круто снимать, у него такие сцены, как будто он куда-то забирается, скажите, прикольный. И далее, это вот такой вот жеребенок Камарго, его зовут Снежок. Ему у нас пока только год, его специализация еще не проявляется, пока что у него лучше получается конкур. Он очень милый, у него есть такой цветочек, это няшно, он сам такой очень няшненький, прикольный, классная сцена получилась бы. Очень милый, мне очень нравится, такой чисто жеребенок от Шляйх. И что ж, на этом было все. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписываться на канал и ставить лайки, всем пока!